Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь на съемках нашего второго сезона молодежного проекта ⁇ Территория реальности ⁇ Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый, каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте. Добрый день. Андрей, да, здравствуйте. Все действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо? Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть Сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте. Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Друзья, давай. не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике ⁇ Вопрос-ответ ⁇ Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону которые вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Uh -huh. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово, uh -huh. а всех вас приветствую на нашей территории реальности. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если, ну, короче, нет, все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово проклятие, как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Uh, уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть как бы, ну все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие это, ну по библейски, я как, как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие это обратное, противоположно, антоним понятию благословения. И вот, если взять бытие 27.12, там написано: в библейском употреблении об, обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием, в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие, как бы, нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно не заслужено, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю, грехо... по случаю грехопадения первых людей. И написано «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и терни волчьи произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни. Рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще по проклятию подвергла земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом водненое. Ну и что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. Я бы вам всем, друзья, посоветовал. И тем, кто нас смотрит. И здесь. Бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение это, ⁇ это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример, человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот. Это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да, так сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может благословляя тебе дать возможность устроиться на хорошую работу и имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал. Вот, чтобы в конце в результате через какое-то время у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат. Они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет. Мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь и сразу у меня там денег будет тьма-тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос: а разве так бывает? Скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона. Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех это одно, а изнутри это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность. Потому что стресс, потому что ответственность, потому что э, ты все должен держать в уме. Ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, Компаньоны их, э, ну, скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, на о чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть, появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что, там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это... Мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот сникерс или там еще что-то, да? А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие, что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни. Это не скажется на воспитании детей. Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные, наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали так, обойдя всех своих друзей учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда тебе все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Вот разве не так? Ну так что я могу? Ну вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда э, представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег. стал остановился, поднял, посмотрел, считал, 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 подумал: говорит, не хватает. То есть тебе подарили, грубо говоря, пачку денег. Ему опять не хватает. Потому что планы уже, уже другие интересы благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дома да успеть, доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебе в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто, да, ты можешь не спать. Многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно. Это как бы надо жениться на работе на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное и сравнение, вот богатый живет, а вот бедный живет но их что-то их хорошо объединяет да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедным. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди да, живут, но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается скажем успешный человек есть я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям но когда много ездишь ты знаешь что вот в этой заправке очень хороший туалет чистый красивый там всегда жидкость есть ну все 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 это вода то есть красиво а есть другие заправки там всегда плохой туалет и те и другие торгуют нефтью бензином казалось бы не бедные люди знаю не бутылки сдают, но я когда-то разговаривался с одной там э, заправщицей тоже, я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, О, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента, посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Чего дурный? Бо бедный. А что бедный? Або дурный. Понимаете, то есть это какой-то замкнутый круг, из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли, да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством, ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Чи шоколадку даст за то, что вы же волонтеры, да, принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно – чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил? Да не просто цедил, там немножко по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги «Второзакония». Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Добавляем планшеты, там айфоны, машины, да. Универсальный библейский текст. То смотри, чтоб не надмило сердце твое, в других переводах я посмотрел, не возгордилось, не стала смотреть свысока. Вот это надмение, да, то есть я выше, чем другие. Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа. Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа, и здесь написано, чтоб не забыл Господа Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева. Чтобы мы могли сказать, но это для евреев. Твоего Бога, в которого ты веришь, от которого Ты зависел, когда Ты начинал подниматься, когда ты молился и говорил: Господи, пусть они купят, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что, мне конец, если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит: Бога твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну, отлично как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста, Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным, глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему. Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы. Да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды. Который сточил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, что без стенки текла вода, вот просто так. А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале, ну сначала ударь, потом скажи. Да? И потекла вода питал тебя в пустыне манной, которые не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для ну, там, небоскребов и так далее. То есть ну, такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебе там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение. Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал. Даже сейчас, когда был кризис, вот этот пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был, конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы евреи? Он еврей, типа твой хозяин ну, главный? Он говорит, нет. А почему он говорит, он в субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо, тогда говорит, давай на, на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которая не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня», «все мне сейчас», не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением э, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано в сердце твоем и здесь в сердце твоем. Вроде никто не кричит, я, я крутой, я хороший. В сердце своем. Посмотрел, говорит, ну я лучше, чем они. Ну моя то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения, чужого, а именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано, но ну, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман Солёна, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит, я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино, там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем, это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано: если же ты забудешь Господа Бога Твоего и пойдешь вслед богов других, каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали, очень успешный человек, но по факту он бомж. Это картинка. Это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он и отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности. Или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из э, слабого переходит в сильно. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да? обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я не свергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего, ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих, в неправедной торговли твоей, ты осквернил святилища твои. Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие – нет – и вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно. Не будет тебе это в честь у Господа твоего э, Бога. Почему Озия? Он был молодым царем. И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его, и он начинает уже к служению подтягиваться. Уже святилище э, ему ни чем, это уже его дом. Священники ему уже не священники, и вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот, вот как бы вот он возомнил себя уже таким олигархом, и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это второй Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел гордость, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, За, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало все, и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и, знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно грем, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще, говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что как бы, ну все, значит, богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, ну, значит, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус возрев сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфе. А посмотрите, какая это же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей в работе, хорошей компании и прочим. Это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, ну такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность Понадобилось каким-то знакомым, знакомых э, больших людей. Ее просто уволили, ей сказали, ну ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы э, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо э, гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, да, вот я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам три минуты уделю. То есть Он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно красота, богатство, успех они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще: всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным, и тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы. Каждый из нас, вот будучи успешным в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо. Андрей, ага. спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов мы выбрали, okay. выбрали из них самые такие интересные также те кто смотр, те кто сейчас находится здесь в аудитории пожалуйста вы тоже можете эти вопросы свои подготовить мы обязательно их озвучим итак первый вопрос как найти эту золотую середину чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес ну видите это тоже такой э, тяжелый вопрос я бы больше посоветовал общаться с теми кто уже этот путь прошел Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, ну, я ладно процитирую дословно, там написано «У ненасытимости две дочери». Давай, давай. <laughs> Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще, и это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей там, ну или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвует в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение. Спасибо семья большое. Это живое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока перейдем, пойдем дальше. Нормально ли достигнуть цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего? Нормально. Почему нет? У нее же две дочери, давай, а потом вторая появляется, еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема, но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, один цех этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там и там 10 цехов открыть или представительства uh -huh. по, по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть если все это помнить, да почему нет? Бог может дать пф, сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано Макнилас. Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет, лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа. Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста. Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда че другой человек завидует тебе? Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть это, как хорошо сказано да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из десяти видно, когда человек нарушает. Субботу, там, блуд, э, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит, да, здорово, а сам в душе думает, хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилась, да, то есть, ну есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить ваш успех. Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом. Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые останавливается буквально в машине, но находит пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливается, и где-то мы все подключаемся к Зуму в течение там, получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать, давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу, ну что, давай, подключаемся, подключились помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг. Это уже шаг на встречу. Потом будут опыты. Потом пойдет еще успех и так далее. Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей. Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать: достаточно, остановись. Тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает! Он говорит: нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там, пару колготок, ты мозги выносишь, потом а тебе хватает. Так нельзя. То есть э, голос Божий, он всегда будет, э, во-первых, э, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время, при спокойном размышлении, человек поймет, что у него, э, вот это действительно, Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном... Мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там, с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал. Да, что иногда можно попробовать что-то другое. Не только вот, как раньше было: устроился на завод, дед твой тут был <смех> токарем, <смех> отец твой тут был э, там, токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это вот, не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут э, нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив, здоров, все хорошо. Давайте уточним про Руслана. Мы имели в виду про Руслана Ларина. Да, Это Руслан наш Ларин. спикер, который да, снимался я в нас прошу в предыдущих учения. программах. Вы тоже можете их посмотреть. Да, очень здорово он сказал, мне понравилось. Есть еще вопросы из студии. Пожалуйста. Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое, и э, люди могут высказываться в таком ключе, что возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи э, твоим каким-то личным духовным недостатком. То есть они не знают точно, что происходит, но... Э, составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям? Ну, вообще, конечно, как сказать? 50 на 50. Почему 50? 50 потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться и сказать, да, действительно, потому что мы не знаем, что происходит в сознании сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были и они испытывали проблемы. Потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, э, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было mm -hmm. плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50, если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я говорит, начал думать: а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю: раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю: Господи. А ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить и человек выравнивается. Ну вот можно я добавлю к этому вопросу. Есть подобный вопрос, который к нам пришел. Он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься? Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Mm -hmm. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Но не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он, он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще. Вот с ним все хотят работать. Так вот найти бы, может пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный ну, заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Но искать, искать, советоваться, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то запустить проект, а потом раз, а не с кем, а, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, советоваться. И еще сто раз скажу советоваться. Отлично, спасибо большое, Андрей. Это да. были все вопросы. И все. Все. Прекрасно. Спасибо. Друзья. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.